Всем привет, меня зовут Миша Килкунтак, и мы продолжаем играть в игру Shadow of the Tomb Raider. Какое у нас следующее задание? Поговорите с Эсли у подножия горы, окей. По пути на задание я вот что встретила, ну-ка. Рюкзак. Секреты найдены, карта обновлена. Вау, ничего себе. Сколько тайников открылось. Ну давай сбегаем к соседнему, а почему нет? И еще одна находочка по пути. Погребальная маска, мамский язык. Такой нефритовой маской во время похорон накрыли бы лицо умершего знатного человека. Говорят, что мастера умели с высокой точностью воссоздавать лица. Неплохо так. Олд-трупик. Золотишко. А вот где-то здесь должен быть артефакт. А ну-ка, что это такое будет? Блин, просто опыт. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи пойдите. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем пойдите? Больше, чем сотня пойдите. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Там могут быть сектанты. Погоди, сектанты, я вот что-то увидел. Давай возьмем это. Нет места. Ничего не могу взять. Да ладно, нет места. Это же просто опыт. Все, здесь мы все взяли. Давай пойдем сюда. Доступный монолит, юкатекский язык. Нормально. Так, подбирай золотишко, значит. Достижение за это есть, неописуемое богатство. Даже так. И уходим куда-то совсем в дебри. Подбирай это все дело и побежали дальше. Ну что, подбегаем, значит. Отлично. Да, это отлично. Так, спускайся. Аккуратно. Не навернись, я тебя прошу. Еще ниже. Да хватит тебе, ну. Давай, раскачивайся. И последний рывок есть. Подбирай это все дело. Так, что здесь? Бросок ледоруба. Понятно. Вот. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места, но зато найден базовый лагерь. Так, побежали сюда. Сюда. Ну да. Сюда. Так, а что здесь? Восстание Унурату? Кажется, здесь изображена Унурату, возглавляющая группу мятежников, на фоне почти полного солнечного затмения. Окей. Ладно, давай пройдем в этот проход. Фу. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Ну да, наверное, вонь жуткая. Залезьте в чрево змея, тайный город. Такс. Ну, текущая цель. Нам типа нужно наверх, но как бы это сделать? Вот это уже вопрос. Давай пойдем по этой штуке. Аккуратней. Спокойно, Лара. Без нервов. Хорошо. А дальше куда? Ну, мы теперь не допрыгнем, скорее всего, да? Здесь же не за что зацепиться. И как быть? Я даже не знаю. Эй-эй-эй, не падай. Ну сюда, наверное, бесполезно прыгать, я не знаю, давай. А нет. Смысл все-таки был. Так, и куда мы можем пролезть? Да ладно, прыгнуть можно. Нифига. Я боялся, что упадет. О, еще один труп. Фу. Вот это место реально. Сейчас тошнит. Да меня тоже. Так, разбегаемся и сейчас прыгнем на клетку. Да, схватилась. Это, конечно, очень опасно. Ладно. Допустим. Твою мать. Вылезай, вылезай. А дальше куда? На следующую клетку? Я даже не знаю. Ну давай допрыгнем сюда, попробуем. Да, можно так сделать. Так, не спеши.
Конечно, не спеши. Спешить здесь некуда. Такая пропасть снизу. Аккуратно. Зацепитесь за уступ, бросьте ледоруб в прыжке на шлавье. Прыгай, вот. У тебя все получится. Конечно, получится. Кто бы сомневался. Так, давай, 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 лезь. Вот. Ой, нет, что это такое? Что за хрен вышел? Твою мать. Цепляйся своим топором. И полезли вверх. Ох уж эти испытания. Не-не-не, не падай. Еще раз не падай. Так, нам надо вниз, да? Это без проблем. Спускайся. Правда, здесь этот дебил был. Спускаемся, значит. Есть. Пролезай. Выбора у меня нет. Ну да, выбора нет. По кишкам, по всяким трупам ползет. Фу. Не женское это занятие. Но что поделаешь? И куда мы пришли? Ох, ни хрена. Ты хочешь, чтобы я к нему подошел? Все. Устранили его. Это один из мятежников? Наверное, один из мятежников, допустим. Где-то здесь должен быть вход. Так вот вход. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Открывай, значит. Сюда. Проходи. Запах все усиливается. Найдите серебряный ларец и щель. Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату, брату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. Надо сжечь преграду. Так, пройдите испытание змея. Надо сжечь преграду. А что делает эта штука? Ну? И что произошло? Нам нужно как-то проложить порохом путь к этим доскам или что? А где порох взять? Нужно как-то сжечь эту преграду. Так, допустим, стрелой зацепимся. И что это мы сделали? Тут нефть и кровь. Давай, 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 пока нефть заполнилась. Делай это. О, ништяк. Путь очищен, можно идти дальше. Надо идти дальше. Ну, я почти так же сказал. Давай осмотрим еще артефакт. Мамский язык ждет. Одинокий умиротворенный человек. Похоже, он чего-то ждет. Класс. Ладно, идем. Сколько здесь всяких тайн в этих пещерах. Так, главное не облажаться сейчас. Прыгай. Тихонько не упади. И спускаемся вниз. Еще глубже в скалу. Это что, зал для кровопускания? Как-то выглядит очень жутко. А что это за механизм такой вообще у нас? Преграда. Ну, понятное дело, что преграда. Давай используем снова тот же метод. Тащи. Заполнилось. Да? Да, все заполнилось. Давай используй.
И что это происходит? Черт, потекло не туда. Вы шутите? Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Это ужасно, реально. Как же повернуть второе колесо? Погоди, а если ко второму колесу вот это вот привязать? Вот. Так мы и повернем второе колесо, верно? Давай сделаем это. Крути, верти. Да, все поворачивается, ты смотри. Ну что, я все-таки сделал это? Наконец-то. А теперь искать ларец. Давай, пойдем искать его. Костер закончился. Вот этот мелкий бунтарь. Эдли! Вот она, хватай! Неожиданный такой поворот событий. Капец, надо убегать. Аккуратней. А куда мы бежим вообще? Просто лишь бы сбежать? Прочь с дороги, конечно, прочь. Твою мать. Поймали все-таки, ни хрена. Так, давай. Подымайся наверх. Аккуратней, аккуратней. Крайне опасно. Все очень ненадежно рассыпается под ногами. Ого, не-не-не-не-не-не. Убегай. Ну, хотя бы оторвались от погони, и то хорошо. Вернитесь домой к Кунурату. Вернись, если можешь. Учух хочет кое о чем тебе попросить. Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу. Кунурату! Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель, ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь? Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости.
Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом. Но это задание, друзья мои хорошие, мы выполним уже в следующей части. Спасибо вам большое за ваш просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. А с вами был Миша Килкунтак, увидимся в следующей части. Пока-пока!